С 23 октября вступил в силу закон об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства. Участники всеукраинского селектора напоминают, согласно документу, наказание предусмотрено для всех участников избирательного процесса. Теперь, чтобы ни для кого не было неожиданностью, если кто-то участвует в процессе подкупа с обоих сторон, или продает голос, или покупает, его ждет криминальная ответственность. От нескольких тысяч штрафа до 8 лет тюрьмы. Я прошу всех тех граждан страны, кто решил, что это время подзаработать на грязных технологиях, знать меру ответственности. Чтобы не получилось, что за несколько сотен гривен люди окажутся за решеткой. Участники совещания говорят, чем ближе выборы, тем больше связанных с ними правонарушений. По словам экспертов, нарушения фиксируются со стороны всех политических партий, но больше всего их среди кандидатов-самовыдвиженцев. В Украине на сегодняшний день уже открыто свыше 200 уголовных производств. Больше всего правонарушений в Одесской, Черниговской и Харьковской областях. По данным МВД, в Запорожской области зарегистрировано 85 нарушений. Открыто несколько уголовных производств. Значит, на сегодня у нас зарегистрировано 25 уголовных дел. Значит, по разным статьям по нарушениям, ну, наиболее 8 уголовных дел открыто по статье хулиганства. То есть, по большому счету, каких-то таких необъяснимых, ну, таких опасных, да, которые могли повлиять на результаты выборов, нет. По словам представителей местной власти, Запорожская область к предстоящим выборам готова. На территории региона будут работать 1123 избирательных участка. Все они обеспечены охраной. Проведению прозрачных демократических выборов полностью готовы. Дополнительно мы поработали над тем, чтобы они были проведены в нормальных стабильных условиях. Для этого были организованные бригады, коммунальные службы, значит, города, территорий, все организованы графики дежурств, организованы дежурные бригады. И опять-таки у нас готовность полная для обеспечения светом, водой. Призываем всех выборцев спокойно и нормально приходить на участки и проявить свое волеизъявление.